Здравствуйте, это снова я. Сегодня вы увидите, как правильно установить Wi-Fi или Bluetooth модуль. Вот у нас Bluetooth модуль в наш настольный ПК. Давайте перевернем ПК, так, чтобы было нам удобнее. В моем случае это вот так. Откручиваем болтики. У меня они откручиваются просто. Снимаем крышку. Отсоединяем от шлейфа вентилятор. И теперь ищем место, соответственно, под наш. Так, под наш, Bluetooth или Wi-Fi модуль. Я его нашел. Так, снимаем антенку. Нужно снять вот эти вот планки. Так. Так, что-то я не особо понял, как. Ну что ж, придется немножко шаманить. Похоже, что я нашел ненужную составляющую, можно так сказать. Продолжаем. Я взял мне нужные мне инструменты. Берем крестовую отвертку, либо вот такую. И откручиваем вот эту вот планочку, вот эту. Здесь вот два болтика есть такие вот. Ну хрен открутишь. Похоже, что все-таки нужно крестовую. Так, читаю, болтик уронил, все нашел. Так, и теперь откручиваем второй болтик.
Точнее, я откручиваю. Вот мы сняли ее. И теперь попытаемся ее подключить. Так. Так, здесь у меня вот слот на материнской плате. Нужно смотреть, чтобы примерно подходило по разъемам. Так. Убираем одну из этих штуковин. Так, все, я отогну аккуратненько. И теперь вставляем. Так, вот. Она держится здесь на специальных маленьких паечках, чтобы ее можно было оторвать, если она будет не нужна. Так, убираем вторую.
Ну что ж, все. Вот мы и подключили наше устройство. Сейчас включу я к нему антенку. Ну что ж, все. Так вот выглядит оно. Я думаю, вы видите. Вот антенка. И вот само устройство. Вот оно. Что ж, это было все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте. И до скорых встреч. Пока-пока.